Всем привет, играем в Фазмофобию Соло Кошмар и Уилл Стрит, судя по вот этой вот картиночке. Кеннет Миллер, датчик движения благовония и благовония. Задание у нас сегодня несложное. Третье задание, или какое там, третье, подразумевает, что нам придется дождаться как минимум одну охоту. Я надеюсь, что она же будет как максимум. Потому что встречаться с призраком дольше обычного мне вообще неохота. Так. Свет у нас не в гараже. Зато у нас в гараже. Ничего. То есть у нас остается либо круг призыва, либо кукла Вуду. Пойдемте посмотрим сразу вниз. Ой, что упало. Круг призыва. Хорошо, пусть так. Что-то упало где-то наверху. Возможно, в спальне мальчуковой. Возможно, в мастерс бедрум. Возможно, кстати, в коридоре. Не исключено. Константин, может быть, здесь где-нибудь развалился такой. Типа, заберите меня отсюда, я вас ждал. Ну ок. Не в этой жизни. Так, где же у нас было падение? Давайте проверять. Здесь все на месте стоит. Все как надо. Мы в зеркале не отражаемся. Мы к этому привыкли. Нас тут за людей не считают. Так, давай сюда. Угу. Здесь все на месте. Где же тогда было падение? Неужели здесь? Да, здесь вон кружечка. Кружечка валяется. Угу. Костяна, кстати, я не вижу. Но ничего страшного. Возможно, мы его забыли где-то в гараже. А может, он на кухне? Кость, ты не на кухне? Почему что нет? Ну ладно, без фонаря. Без фонаря, наверное, нет смысла идти его искать сейчас. Поэтому давайте мы возьмем оборудку. Пойдем сначала разберемся с призраком, а потом уже будем разбираться с костями. На подвал я вроде проверила, в подвале чисто. Скорее всего, он в гараже. Датчик движения, Кеннет Миллер. Одного, наверное, будет достаточно. Давайте вот так. Отпечаточный возьмем. Сейчас еще чуть-чуть и начнет дверь же трогать. Стопудово начнет. Это его призрачная сущность. Потребует выхода, так сказать. Здесь нету кости. Где кость? Игра, отдай кость! Ничего тут не трогаешь еще, в окна не бьешь. Не бьешь. Ладно. Так, датчик движения. Ну, давай вот так, что ли. Ну, или давай в косяке повесим. Он не хочет в косяк вешать. Хорошо, давай вот здесь. Орб. Тикс. Призрачный огонек. Хорошо. Константин, небось, еще такой огромный, что просто лежит на самом видном месте. А я его не вижу. Что нам еще нужно? Нам еще нужно рация, дотс и блокнот. Арба, кстати, куда-то улетучилась. Ну, ничего страшного. Минусовой вроде как нет. Давайте по рации попробуем. Ты здесь? Ты здесь? Ты молодой? Next to you. Все, я вас поняла. Спасибо большое.
У нас все еще может быть мимик, да, если я ничего не путаю. Угу. Так, мимик, отпечатки. Нам нужно исключить отпечатки, и тогда мы будем знать, что это не мимик. Но пока мы ничего не можем сделать, поэтому продолжаем раскидывать все улики. О, улики, говорю, оборудку, чтобы нам сочетать улики. Свет мы здесь выключаем. Ну, в общем-то, и все. И ждем чего-нибудь, какого-нибудь результата. Если мы увидим отпечатки, то тогда можем быть уверены в том, что это мимик. Если же отпечатков нет, то нам все еще не хватает какой-нибудь важной улики. Так, арбалетит вижу. Чё по доцу? Ну, не ходит человечек. Арба зато летит очень красиво. Он книгу скинул? Подожди, а вообще по новой этой же схеме, если он кидает книгу, это значит, что он в ней написал, да? Разрабы, по-моему, так обещали. Что мне взять с собой? Я в замешательстве. Второй фотик. Значит, когда-то была тема, что призрак мог скидаться блокнотом. Просто так, ну, типа, как каким-нибудь рандомным предметом, как кружкой. Но с какого-то патча разрабы сказали, что все, этим временам пришел конец. Теперь он будет кидать книгу, только если он в ней написал. А он в ней ничего не написал! Че это за фигня, разрабы? Вы обманщики, что ли? Или он просто не хочет в ней писать? Пока что. Я точно помню, что говорили такую фигню. Я читала ее в патчноутах. Что за ерунда? Может, он реально не написал еще? Но если он ее тронул, значит, он должен был написать. Что за ерунда? Я найду. Я сейчас запишусь, я найду. Где я это читала? Может быть, мне это, конечно, приснилось. Такое бывает. Когда ты слишком много играешь в одну и ту же игру. Где кость? Игра. Отдай. Опа, дверь, слышу. Дверь, слышу. Взаимодействие. Бум. Иди сюда. Отпечаток. Ну, так это мимик у нас. Он кого-то скопировал, да? Хотел написать в блокноте, но у него не получилось. Взаимодействие. У нас радио, отпечатки и призрачный огонек. Ну, то есть мимик. Так, что теперь с этим делать-то? Со знанием этим бесценным. Я таблетки выпила или только хотела выпить? Где Константин, повелитель тьмы? Неужели я в подвале просмотрела? Блин, если он там лежит прямо посередине комнаты... Я себе не прощу. Коробочки, может? Ну где? Ну нету. Но я не вижу. Может, я слепая? Может, он в первой комнате? Ну, пойдем еще в первой посмотрим. Проблема с мимиком в том, что мы не знаем, какого призрака он будет копировать.
Здравствуйте. Чпонька. Вдруг он будет копировать ревенанта, а мы сейчас, например, захотим его призвать. И он нам сделает сюрприз-сюрприз. Будет неприкольно. С другой стороны, ну нам нужна атака. Слушайте, а может быть вот то, что он кинул блокнот, это потому что он копирует какого-то призрака с блокнотом? Но так как он не может в нем ничего написать, то он его просто скинул. А вдруг можно определять мимика по тому, как он кидает блокнот? Ну, кстати, это же, получается, будет работать только в том случае, если мимик копирует кого-то, у кого есть блокнот. Но это все, вот это все, да, обобщить фигурной скобкой, работает только в том случае, если инфа про блокнот мне не приснилась, а действительно была в патчноута. Так, нам с вами нужно взять фотоаппарат. Мы сейчас пойдем его обкуривать. Пойдем его вызовем. Посмотрим на него заодно. И все, наверное, нам тут больше что? Нам тут больше делать нечего. А чем без света? Потому что. Ага, хорошо. Не видно ничего. Будем в потемках пробираться. Но я вообще, прежде чем призывать, бы включила бы свет. Я без фотика как бы. Ой, без фотика, без фонаря. Я как раз с фотиком. Я с фотиком, но без фонаря. Свет здесь везде включен. В принципе, мы тут добежим, вон там спрячемся, нормально все будет. Наверное. Ну, как говорится, погнали. Я не поняла, а что за обман? А почему? Что за обман? А мне не положен был призрак там в кругу? Почему там никого не было? Что за... Что вообще? Да, смотрите, я сфоткала черный пар в пентаграмме. А призрак-то где? Призрака не было. Призрак не пришел, так можно? Мимик просто может не прийти на в призыв. Типа, ой, я устал, я кидал блокноты везде. Чё за фигня? Или он, типа, копирует кого? Близнецов? Такого близнецов бывает, что один призрак просто не появляется? Почему? Мне игра не дала возможность сфоткать. Чё за ерунда? Это катка проклята. Здесь кидаются книги. Благовоние понятно, почему не сработало, потому что обкура не было. Но я сейчас обкурю без проблем. Просто как бы... Да что ты творишь-то? Ну я же сказала, что я обкурю. Я обкурила. Че? Я просто в замешательстве в неком нахожусь. Почему призрак не пришел? Я его призвала, а он тупо не пришел. Что за неуважение? Ну классно, опять без света. Что этот мимик себе позволяет? Причем он же пришел.
Но он шустрика какого-то копировал, судя по всему. Быстренько ножками перебирал. Я все равно не поняла прикола. Не оценила. Очень странная катка. Если пытаюсь хоть какое-то, хоть что-то, какое-то объяснение подвязать к этому всему, но у меня не получается. Возможно, вы мне поможете и расскажете, что произошло, почему призрак не пришел на призыв. Хотя я его как бы призвала, и все было честно. Спасибо всем, кто смотрел. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь. Я с вами прощаюсь. Всем пока-пока.